Жители Ленинского городского округа, перенесшие COVID-19, могут пройти восстановительное лечение. Оздоровительный курс предусмотрен и для пациентов с хроническими заболеваниями. Госпитализация пациентов осуществляется во второе терапевтическое отделение Молоковской больницы. В условиях стационара наряду с лечением основной патологии пациентам будут проводиться комплексные мероприятия восстановительного лечения. Аппаратная физиотерапия, ингаляции, массаж, лечебная физкультура. Для пациентов предусмотрены консультации специалистов – терапевта, кардиолога, невролога, в том числе по сопутствующим заболеваниям. Сначала каждый пациент проходит фильтр-бокс. Для того, чтобы понаблюдать за ними, имеется ли температура, какие-то симптомы заболевания, чтобы не пропустить коронавирусную инфекцию сюда, в стационар. Если будет, появится один пациент, мы вынуждены будем закрыть здесь все. В настоящее время стационар на 35 коек уже принял первых пациентов. Помимо восстановительного лечения, подопечные медиков будут обучены оздоравливающим методикам, которые они смогут применять самостоятельно уже после выписки. Самое главное их обучить правильно, дыхательной гимнастике, чтобы они дома уже в дальнейшем занимались собой. Восстановительный курс длится от 10 до 12 дней. Для того, чтобы пройти курс оздоровительного лечения в условиях второго терапевтического отделения ВРКБ, необходимо обратиться к своему лечащему врачу, сдать необходимый перечень анализов, в том числе на коронавирус и антитела к нему, и получить направление в стационар.